Но по Васту. Знаете Васту? Конечно. Вот. И даже вот есть история, то что один раз один мусульманин захватил человека, вот одного царя, который очень вот как раз знал про Васту. И он ему сказал: «Построй мне царство, и я тебя отпущу еще больше». Так он ему построил царство, и там все вот прям кверх ногами, можно сказать, все не по Васту поставил. Через месяц этот мусульманин умер. Дворец. Не дворец, не царство, а дворец. Дурака Бабу, а сколько лет вот этим строением, можешь сказать? 4 или 5. Тысяч? Сама так Гурукова давно уже существует. Ты сместишь потом отца? А это недавно построили? Да. А вон. Просто вот это здание недавно. А вот Гаруга, вот знаете, Гаруга в храме перед Моисеем Гурукова, когда выходит из храма. Вот раньше это было. Но потом похоже, я слышал историю, ты не знаешь, что до того, как дорогу поставили, было много змей. Как только дорогу божество установили, змеи пропали.